Десятки пищевых продуктов каждый день исследуют в этой лаборатории. Находят разные, как пищевые добавки, что неудивительно, так и генно-модифицированные продукты. Очень часто на упаковках пишут «без ГМО». Угу. Но у нас в лаборатории анализ этой продукции не проходил. Соответственно, в Кыргызстане подтверждающих пока лабораторий, кроме нашей, нету. Вся продукция должна проходить через нашу лабораторию. Молочные продукты, яйца, фрукты, овощи и многое другое здесь могут исследовать состав любого продукта, в том числе на наличие вредных токсических соединений. Мы проверяем натуральный состав продуктов, например, молока, кефира и других. За сутки уточняем все параметры. Для этого у нас есть вся необходимая аппаратура – российская и японская. Исследование проводится инкогнито. Для нас все продукты равны. Этот ветеринарно-диагностический центр пока единственный на три области – Ошскую, Баткенскую и Джалалабадскую. В этом году к нам поступили более 2000 образцов пищевой продукции. В общей сложности мы провели более 3500 исследований. Порядка 80 анализов оказались не очень хорошими. Например, в курице, яйцах обнаружились антибиотики. И даже в меде для употребления в пищу такая продукция нежелательна. Диагностический центр также ежегодно проходит международную аккредитацию. Специалисты – стажировку за рубежом. Наш центр проводит исследования на соответствие стандартам качества ЕАЭС. В основном в последние 2 года наша продукция значительно подтянулась к мировым стандартам, а наш мед вышел на мировой рынок. В этом году во время пандемии сотрудники Центра ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону также помогали медикам делать ПЦР-тесты. Алена Смирнова, Самара Асанова, Эдиль Алиев, ЛТР, Ош.